Состоялось заседание комиссии по отбору кандидатов на участие в программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Всего участие в конкурсе приняли 36 специалистов со всех районов республики. Из них 31 врач и 5 фельдшеров. Основной критерий оценки – профессионализм конкурсантов. Итоги будут объявлены в ближайшее время. Напомним, программа «Земский доктор» реализуется в Северной Осетии с 2014 года. За этот период было трудоустроено около 50 специалистов. В этом году в программе заявлено 26 должностей медицинских работников. Размер единовременных выплат составляет 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч для фельдшеров.